Всем огромный привет, дорогие друзья! Сегодня я буду собирать браслет из каменных сколов. Кому интересно, оставайтесь на канале. Для работы нам понадобятся сколы. У меня вот такие кораллы, я их уже кучу накрутила. Если у вас нет сколов и вы очень хотите собрать такой браслет, вы можете использовать мелкие бусины. Например, бусины 6 мм. Скоро я планирую собрать таким способом колье. Кому интересно, тоже посмотрите. Вот, это будет скоро. Итак, нам понадобятся пины. Вот поэтому я их заказала целую кучу. Вот эти пины мне понравились. Они такие коротенькие, наверное, 2 миллиметра, ой, 2 сантиметра. И здесь их целая куча, 500 штук, что ли. Вот. Теперь нам понадобится чередовать бусины. Я взяла такие 10 миллиметров. Можно взять одинакового оттенка. Вот я сейчас смотрю такие перламутровые бусины. К кораллам, по-моему, они не подходят. Как-то вот теряются. Но если бы они были коралловые, то, наверное, подошли бы. Поэтому я решила сочетать вот с такими матовыми. У меня были вот такие красивые бусины. Буду сочетать с ними, чередовать. Ну, понадобится застежка. И самое главное, я буду одевать на проволоку с памятью, эту всю красоту. Если проволоки у вас нет, можно одевать на ювелирный тросик. Вот, давайте приступим. Вернее, я уже почти заканчиваю, но вам покажу. Значит, берем скол или бусину, одеваем пин. Лучше взять пин с шариком, он смотрится красивее. Но если их нет, можно заменить на пины с гвоздиком. Но пины с таким круглым концом, они не подойдут. Они смотрятся некрасиво. И здесь формируем петельку. Берем инструмент и накручиваем. Вот. Эти пины очень мягкие, поэтому я кручу до конца, пока пин не закончится. Формируем здесь такой шарик. Понятно, да? Вот таким образом готовим все свои сколы. Кстати, можно их не до конца все закручивать. Вот я сейчас вижу, что у меня останется. Излишки будут. Поэтому можно немножко накрутить. Сначала я здесь на проволоке сделала петельку, чтобы это все дело не спадало. И одевала по очереди. Значит, надевала 10 штук сколов. Потом одну бусину и вот так чередовала. Здесь у меня по 10. Но это тоже индивидуально можно подобрать. Кстати, можно и без бусин, это получится красиво. Просто одни сколы. И если у вас сколы лягут некрасиво, то есть надо, чтобы они плотно шли, тогда они будут вот так хорошо держаться. Значит, после бусины я одевала сколы. Просто вот считала и одевала. 10 штук. 2. Ну вот так у меня получилось. Я распустила и для того, чтобы размер подошел, надела по 12 штук сколов. В конце концов. И вот сейчас мне этот размер подошел. Вот такой получился браслетик. Вот. Можно, конечно, взять магнитный замок, если у вас есть крепкий. Но так как браслетик тяжеленький такой, я надела карабин, хотя сама не люблю карабины, их очень сложно застегивать на себе. Вот. И к этому браслету я сделала такие же сережки. Вот таким же способом, легко и просто. Мне кажется, вот такой комплект интересный получился. Для сережек взяла длинный пин, надела сначала сколы, потом туда же бусинку. И накрутила, потом уже повесила на швензу. Такие простенькие сережки. И вот такой комплект у меня сегодня. Ну все, я с вами прощаюсь. Желаю всем удачи, успехов и до следующего видео. Пока-пока.